Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова, и я веду нежную нейрофизиологическую гимнастику по методу Фельденкрайза. Зрение может приводить к появлению сутулости, потому что зрительные реакции управляют движениями в теле. В тот момент, когда мы хотим встать, мы поднимаем глаза вверх, слегка запрокидываем голову назад. Меняется в общем мышечный тонус в туловище, и мы выпрямляемся и встаем. Если мы хотим сесть, то мы сводим глазки к переносице, киваем головушкой вперед, повышается тонус мышц сгибателей в туловище, мы наклоняемся вперед и садимся. Такой рефлекторный механизм действует всегда. Если же долго в течение рабочего дня мы смотрим на близко расположенные предметы или после рабочего дня что-то делаем в телефоне, то глазоньки сходятся к переносице и остаются в этом привычном положении. Мышцы шеи и мышцы глаза всегда работают вместе. Это вызывает напряжение подзатылочных мышц шеи и фиксирует голову в состоянии переднего наклона, кивка. И это автоматически заставляет нас сутулиться. Напряжение глаз в течение 8-часового рабочего дня не дает им расслабиться и сгибает все тело, не давая ему выпрямиться. Поэтому это очень тяжелая статическая нагрузка, которая требует обязательно, чтобы мы подвигались в конце рабочего дня, сняли напряжение. Для этого нужно, чтобы мы прошли либо 5 километров, либо погуляли в течение часа. Но не всегда у нас есть такая возможность. Еще вечером перед сном мы любим почитать книжку или, опять же, полистать что-то в телефоне, и глаза опять остаются сведенными к переносице, и мы засыпаем в состоянии высокого тонуса мышц глаза, которые не расслабляются в такой ситуации во сне, и в состоянии сгибания корпуса. И, несомненно, такие вредные привычки ведут появлению сутулости, которые можно распознать по усталости глаз в конце рабочего дня, при трудности фокусировки, если вы переводите глаза из близи вдаль, по напряжению со стороны мышц шеи, при появлении сутулости в плечах и завороте рук вовнутрь. Для того, чтобы снять такое статическое напряжение и разомкнуть порочный круг, порой бывает недостаточно просто физических упражнений, а нужны упражнения с вовлечением глаз в движение. Это вы можете сделать, такие упражнения, на сайте feldenkrais.spb.ru. Пожалуйста, присоединяйтесь.